На втором татаме победу одержал Артем Мочалов, Приволжский федеральный округ. На второй татаме приглашаются Данила Ютанец, Южный федеральный округ, Вячеслав Коршунов, Уральский федеральный округ. На третьем татаме победу одержал Сергей Печенко, Северо-Западный федеральный округ. На третьей татаме приглашаются Петр Чудинов, Приволжский федеральный округ, Данил Путилин, Северокавказский федеральный округ. На втором татаме готовится Данил Акаре, Москва, Илья Незелевский, Дальневосточный федеральный округ. На первом татаме победу одержал Гаджимурат Якинов, Северокавказский федеральный округ.